свои места. Это перебирать вещи раз в полгода. Часто используемые вещи должны быть на уровне глаз, на уровне вытянутой руки, для того, чтобы мы ими легко могли пользоваться здесь и сейчас. Если это какие-то редко используемые предметы, например, сезонные вещи, мы их, соответственно, убираем повыше, там, на антресоли, да, куда мы реже уже добираемся. Именно вот в этом заключается, наверное, ключевая рекомендация для того, чтобы пространство было удобно. Первое выступление Алсу мне очень понравилось. Я даже задала несколько вопросов, которые мне были интересны. Мне вообще очень интересна эта тема, и в дальнейшем тоже хотела бы продвигаться именно в этом направлении. Это очень важное мероприятие для людей, для того, чтобы они узнавали, что есть такая услуга, есть такая профессия, вообще организация пространства.